Всем привет, с вами я, ребята. What the fuck is this? Чего? Да-да, не удивляйтесь. И сегодня буду проходить карту в Майнкрафте, да. Еще одну карту, да. И, в принципе, ладно, сразу же хотел сказать то, что я сейчас там перед этим, ну, я сейчас прохожу уже паркур, а перед этим надо было поставить воду, да, у меня было ведро воды, и надо было, ну, упасть, воду под собой поставить, да. Ну, и там начало карты, типа, кнопки всякие понажимать, там, типа, 5V, какой у меня все стоит как надо, хард, там должно было быть у меня normal 5V, там, вся фигня. Так, давайте попробуем. Я уже паркурил, я постоянно в лаву попадаю, мне вот это не нравится, здесь пампоинт поставил, потому что, ну, там постоянно ждать надо, а смысла нету ждать, каждый раз ставить воду, да. Я тут уже 22 раза умер, ну, посмотрите, я просто очень хорошо паркую, сразу видно, да, да блин, ну капец. Так, ладно, в принципе, я попытаюсь как-то попаркурить, сложно, Я, кстати, знаю... А, подождите. Зачем я сюда паркую? Так, подождите. Я понял. Здесь надо вот так вот. И вот так вот успеть сделать. Но у меня не получается. Я очень хорошо играю. Сразу видно. Опа! Есть! Да, вы это видели, да? Нет. Тихо. Вот здесь я не понимаю, как пройти. Так, ну давайте здесь пампоид сделаю. Я буду ставить здесь пампоиды, потому что я не умею паркуриться. Я, ребят. Да. Так, давай вот так. Я не знал то, что... Да блин! Да. Придется уметь. Но я не знаю, как вот на этом явно сделать. Да блин, я из-за того, что гаю, я уже не могу прыгать. А как здесь пойти? Подождите. Ну я почти, но у меня не получается здесь этот блок. Надо, чтобы я не подгорел. Я горю. Я всегда подгораю. Я не понимаю, как это сделать. Да блин. Но я здесь... Я уже не успеваю сюда прыгнуть. Я... Да блин! Капец! Я просто не понимаю, как это сделать. Да, ребят, ну это возможно хотя бы? Ладно, так. Тихо. Перестань гореть. В смысле, почему я горю? Алло. Как я подгорел? Нагорит. Походу. Так. О, блин, я понял. Спасибо всем, до свидания. Давай, до свидания. Я все понял, ребят. Оп. Это, я понял, надо боком. Блин. Отлично, давай, умер. Все, отлично. Да блин, почему? У меня же сработало. Да я все время так делаю. Я понял, как делать. Все, я понял. Надо чуть-чуть вот так делать. Я не понимаю просто. Ой, я уже больше смертей сделал, чем разработчик. Капец. Может быть, это не из разработчик. Наверное. Я не понимаю, почему я въезжаюсь в лаву. Это нечестно. Ага. Да неужели? Давайте спампоинт поставлю. А то мало ли что еще сглажу как-нибудь. Я подгорел. Я понял. Понял свою проблему. А почему не? Подождите. Ага. Тут не надо прыгать. И прыгнул. Я не знаю. Мне смешно просто. Вау. Да неужели? Так, подождите. Это точно паркур карты? Подождите. Это голова... подождите, что-то надо тут придумать. Подождите. Это какая-то... Это смесь... What the fuck? Это смесь карты какой-то. Давайте думать. Как? Подожди, а как это убрать? Алло? Ага. Так. Что нам надо сделать? Нам надо, чтобы... А что я на... В командный блок, да, засунуть? Ясно. Отлично, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. А дальше что? Подожди. Убиваем. Блин, это липкий порох, нет, убиваем. Ага, получается такое. Теперь мы делаем вот это. Отлично.
Чё? Чё я тут сломал что-то? Так, подождите-ка, я что-то не понимаю. Четко! Вот как тут надо. Я просто реально, я в Майнкрафт разучился играть за это время, потому что я в основном играю в не игры. Так, блин, круто, отлично. Что здесь делать? В смысле? Вы что, немножко офигели, что ли? Ну ладно. Мне не сложно. А, что? Да? Окей. Какая-то дичь. Давайте я это нажму тогда. Что? Где? Когда? Это сложная карта, я вам говорю. Для меня она точно сложная. Так, давай. Спасибо. Сюда. И чё теперь? Куда? До кнопки надо было тянуться. Я понял, спасибо. Блин. Окей. Да, у меня, кстати, стоит гейммод 0. Ну, он поначалу стоял гейммод 2, но просто там нельзя было воду возлить. В начале. Я просто не хочу тот момент уже показывать, я уже удалил ролик. Тот момент, так сказать, не знаю. Так, все. Давай. Раз. И... Вы издеваетесь. Вы издеваетесь, ну, значит, гейммод 0, потому что вода не ставится, не будет. Вода ставится, не будет. Так, ставим. Надо килл сделать. Команда килл. Блин, ну это реально сложно. Не знаю, сколько этот ролик получится. Наверное, надолго. Потом насчет монтажа особо здесь не будет, наверное. Ну ничего страшного. Я ж надеюсь, что вы меня не только из монтажа смотрите, а всякого. Отлично. Вот так надо было воду ставить. Ой, ёпт, чё меня так пугать, наркоманы? Я чуть не умер от страха, реально. Вы чё делаете? Так, подождите, что? Бэк... Туспам? Зачем? Я теперь заново начну. Я похлопаю себе! Почему я выжил? Я похлопаю, я себе похлопаю. А, все нормально. Я уже думал, что ничего не сохранилось. Ладно, сейчас быстренько пройдем. Ничего страшного. Так, отлично. Я уже, видите, немножко я тут приспособился. Ну почти, ну окей. Ну что ж, я все-таки здесь уже. Все, меня это уже не пугает. Ну блин, первый раз я реально испугался. Так, back of spawn, мы идем дальше. Что здесь надо? В смысле, это что, все? О, ребят, это все. Что-то как-то То есть это все реально. Офигеть, я думал реально. Я думал то, что это не все. Далеко. Ну ладно, вот такая маленькая карта получилась, мне она понравилась, она сделана, можно сказать, профессионально. Давайте сделаю вот так вот. Сделаю все сложно. Такой. А как на с этим режимом играть? Подождите, как я с этим режимом буду ставить? Здесь уже. А, нет, здесь ничего не было. Вот я вам сейчас покажу, как можно переключить режим ставить в воду. Раньше я, кстати, странно, ну ладно. Так, ну я там уже появлюсь. А нет, это все заново началось. Ну давайте, я думаю, я на этом закончу, ребят. В принципе, надеюсь, вам этот ролик понравится. Раньше я реально умирал. Почему сейчас у меня жизнь остается? Что? Почему-то... Я понял, там видел булыжник, я понял. Я понял, надо тут было булыжника, на булыжник в воду ставить. Я понял. А почему вода не пропала? А видите, я ее убрать уже не могу. Я понял, вот как красава, вот это круто. Ну, в принципе, ладно. Я сделал здесь где-то с минуты, наверное, 55, наверное. Разработчик сделал 37 смертей.
И, ребята, да. В принципе, свой рекорд пишите квитайер, я не знаю, если вы, конечно, будете проходить эту карту, да. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Вот такой ролик. Опять карты, кстати. Я не хочу просто мини-режимы пока что снимать. Я вообще хочу посмотреть, как вам это зайдет, да, вот эта карта. Та карта, я понимаю, то, что ролик так себе получится. А вот этот, ну, так неплохо. Всем, ребят, спасибо. Всем пока-пока.